Новая игра от разработчиков Big Games под названием Pets Go. Прямо сейчас мы находимся в игрушке, и здесь у меня дневной ролл X200 удача. Что же, давайте нажмем, посмотрим, что мне прямо сейчас выпадет. И это у нас, ух ты, мишка за 17500. В принципе, как за бесплатно, я считаю, это довольно-таки неплохо. Эта игра навела огромнейший ажиотаж комьюнити, ведь трейлер всего лишь за 2 недели набрал целых 4 миллиона просмотров. Что же, и давайте разберемся в этой игрушке и посмотрим самый лучший способ фарма вот таких вот класснючих питомцев. Если у тебя 0 робуксов на аккаунте, не беда, я нашел классный магазин по продаже робуксов и не только, это Купикот Голд. Здесь вы можете пополнить баланс любимых игр по самой низкой цене, не веришь, убедись в этом сам. Пополнить баланс очень просто, а главное безопасно. К примеру, я куплю робуксы. Сначала авторизуемся на сайте через Telegram или ВК, чтобы копить бонусы. Дальше выбираем товар и вводим почту. И еще не забываем вводить промокод VLADFK, который даст тебе плюс 5% к пополнению на каждый товар на сайте Купикот Голд. И еще не забудьте привязать свою почту к Roblox аккаунту, сделать это можно в настройках. Также проверьте, что вы написали ее правильно на сайте Купикот Голд. А после оплаты вам на почту, которую вы указали, придет промокод, который нужно ввести на сайте Роблокса. И вы получите свои робоксы на аккаунт. Также Купикот Голд делает раздачи каждый день в своих социальных сетях, более 5 миллионов успешных пополнений. А также, вдруг у тебя будут какие-либо вопросы, ты всегда сможешь обратиться в их поддержку сайта, которая работает 24/7. Сервис не запрашивает никаких паролей, а только почту, на которую придет подарочный код. Ссылка на бонус к пополнению и на сайт Купикот Голд будет в закрепленном комментарии. Что же, дружище, вот мы прямо сейчас находимся в игрушке под названием Pets Go. Как я уже сказал в начале ролика, это новая игра от Престона, либо же от разработчиков Big Games, которые создали Pet Simulator 99 или Pet Simulator X. Игрушка навела опять же огромнейший ажиотаж, и давайте посмотрим вообще, что здесь там такого новенького интересного добавили. Я уже поиграл, как ты можешь заметить вначале, у меня уже, я играю 4 дня, и у меня прямо сейчас 3000 роллов всего лишь, и самый лучший ролл это 175 тысяч. Если что, вот этот пэт на 175 тысяч мне выпал где-то на 1000 роллах, то есть получается, каждую 1000 роллов мне выпадает какой-то классный пэт, потому что видишь, у меня еще есть на 123 тысячи и на 75 тысяч. Пэт, у которого на 1 миллион, мне его подарили, за что спасибки огромнейшие. Так вот, давайте разберемся, что нужно в первую очередь прокачивать, потому что прокачка в этом режиме очень-очень важная. Мы нажимаем вот сюда вот Upgrade и смотрим, вот здесь у нас вот такое вот древо прокачек. Первым делом, как только ты заходишь в игру, я тебе советую прокачивать авторолл. То есть смотри, авторолл, теперь вот этот быстрый авторолл, турбо авторолл и спрятать роллы. Вот это, дружище, прям очень-очень важно. Это нужно для того, чтобы ты просто вот так вот нажимаешь ролл, авторолл и закрыть. Все, теперь ты просто можешь в АФК играть, и тебе сверху будут падать вот такие вот питомцы. Вот, к примеру, мне только что выпал медведь, а сейчас мне выпала овца. Это очень важная прокачка, благодаря которой ты сможешь просто бесконечно ролить, можешь даже компьютер, не знаю, на ночь оставить и тоже ролить вот таких вот прекраснейших пэтов. Окей, давай посмотрим, что у нас дальше по прокачке. Следующее по прокачке это у нас... Можешь прокачать Golden Dice, это у нас Golden Кубик, то есть каждые 10 роллов у тебя будет двойная удача. Вот видишь, прямо сейчас у меня осталось 7 роллов до двойной удачи и 23 ролла до ультра удачи. Ультра удача вот здесь вот у нас находится, вот это вот древо прокачки, тоже очень важная вещь. Ну, если честно, я не сказал бы, что это очень важно, очень круто, потому что с ультра удачи мне ни разу никого крутого не выпадало. Обычно мне выпадает просто с обычных роллов. Окей, смотрим дальше. Смотрим дальше, что у нас здесь еще есть. Здесь больше я бы не сказал бы, что что-то есть такое полезное. Ну, конечно, можешь инвентарь, там, открытие яиц, там, это все, конечно, по стандарту, это все, в принципе, нету ничего такого больше интереса. Да, вот это рандом бонусы, в принципе, можешь еще, это дневной бонус, но самое главное, это поначалу нужно прокачать тебе монеточки, дружище, монеточки поначалу прокачаешь, просто все, что здесь вот это все есть, ты должен прокачать, потому что, как бы, благодаря монеткам можно прокачиваться все остальное, и это на самом деле очень круто. Смотри, просто так вот подходишь, вот так вот кликаешь, опа, она получил 34 тысячи. Вообще лучше всего ломать это сундуки, сундуки дают больше всего, потому что с одного сундука мне падает около 500 тысяч-миллиона монет за один сундук, и это очень круто. А если тебе упадет огромный сундук, то это вообще можешь считать, дружище, победа. О, а ну-ка, что мне сейчас под здесь выкопает? Он мне выкопал вот такой вот мешочек с золотом, 37 тысяч золотал. Вот, как я уже сказал, монеты нужно прокачивать почти в первую очередь. Ну, сначала в первую очередь нужно попрокачивать вот эти вот темки. Это у нас открытие, автооткрытие и так далее. А потом уже тебе стоит прокачать вот эти все монеты,
чтобы у тебя было побольше монет. Вот. И, конечно же, вот эти коин-честы. Короче, все, что здесь находится, все прокачиваю. Как ты видишь, я уже все давно прокачал. У меня вот это есть все. У меня прямо сейчас 14 миллионов монет. И возле монет ты можешь заметить вот такой вот множитель. Это у меня множитель X75. То есть, что это за множитель и как его получать? На самом деле, все очень просто. Ты должен просто выполнять себе задание. Смотри, справа находится задание. К примеру, у меня сейчас задание заролить пэтов 500 плюс 25 штук. Ой-ой-ой, друзья, смотрите. А ну-ка, давайте останавливаем ролл. Через 3 ролла у меня будет уже этот самый радужный кубик. А ну-ка, давайте. Супер удача. Вот так вот делаем. Так, и сейчас у меня, по идее, должна быть супер удача, да? И да, вот она, супер удача, друзья. Ну, давайте. Раз, два, три. Ну-ка, и мне выпал хамстер. Ну, в принципе, неплохо. Окей, тогда открываем еще один, и сейчас у меня будет золотой кубик. Вот, мне вот это без удачи нормально выпало. Окей, золотой кубик, и мне выпал какой-то гекко. Короче, вот это вся удача, супер удача, ультра удача. Я не сказал бы, что оно очень хорошо работает, потому что, как я уже сказал, мне ничего не выпадает с него, только что это могут заметить на живом примере. И это на самом деле достаточно-таки обидно. Окей, давайте посмотрим дальше. Апгрейд. Что можно дальше прокачать? Если что, трейдинг я вообще не прокачиваю, потому что зачем мне трейдинг на самом деле? Я не трейджусь, и как бы я считаю, что это нужно прокачивать в последнюю очередь. Дальше после монет я бы тебе советовал, наверное, прокачать вот эту удачу. Да, вот эту удачу нужно было бы прокачать. Это у нас супер удача есть. Есть у нас lucky pets. Можно активировать huge pets, то есть у тебя будет шанс на выпадение huge pets. Есть duped pets, то есть у тебя есть супер маленький шанс на pets, чтобы их дюпнуть. То есть ты получишь сразу, можно так сказать, двойную силу, либо два pets. Это на самом деле очень странно. Вот, lucky duped pet. Ну, это у нас, типа, больше удачи на дюпнутых пэтов. Вот. Вот эти яйца, я, кстати, не разобрался, что это такое значит. Это нужно апгрейд яйцо, чтобы получить его. Короче, вот это яйцо находится вот здесь. Вот смотри, дружище, вот сюда вот так вот подлетаем, нажимаем Е. И вот здесь находятся вот эти яйца. Только я не понял прикола, что нужно здесь делать. Типа, вот это яйцо у нас открыто 306 раз. Вот, Cracked Eggs. А как мне открыть, я не знаю, к примеру, вот это яйцо. Как мне его открыть? Ну, вот это я, друзья, вообще ничего не понял, если честно. Можете написать в комментариях, если вы в этом разобрались, что здесь нужно делать и вообще какой толк от этих вот яиц. Вот, я возьму, наверное, самое крутое, которое у меня есть. Пусть оно будет. Пусть, возможно, оно что-то мне даст, что-то мне прокачать. Если честно, я аж говорю, опять же, пока что ничего не понял. Ну, это и не важно. Дальше, опять же, после удачи можно прокачать тебе дальше такую темку, как бусты. Бусты — это тоже, на самом деле, очень важно. Вот, к примеру, все бусты фруктов. Это у нас поушены, тоже можно прокачать. Давайте, кстати, прямо сейчас прокачаемся, потому что у меня есть, в принципе, 14 миллионов монет, и мне хватает на вот это все дело. Так, давайте сначала я даже не буду смотреть, что я прокачиваю, я буду просто прокачивать сначала самое дешевое все, а потом буду постепенно переходить к дорогим поушенам. Окей, мы вот это все дело прокачиваем. У меня еще осталось 10 миллионов. Так, окей, давай тир 5. Нет, я не знаю, прокачивать тир 5 или нет, но здесь у меня осталось все по миллиону, да. Да, все по миллиону осталось. Ну тогда окей, прокачиваем все по миллиону. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так вот, давай теперь вот это прокачаем. И вот это, все, осталось совсем немножко, чтобы прокачать полностью. У меня осталось 47 тысяч. И хотелось бы умножить множитель, можно так сказать. Сделать намного больше множитель. Так вот, как его прокачивать? На самом деле, опять же, все очень просто. Нужно выполнять задание, которое находится у нас справа. Вот здесь у нас нарисованный арбуз. О, все, пропал. Мне нужно прямо сейчас задание выбить пэта на 50 тысяч плюс. И нужно выбить двоих пэта на 9 тысяч плюс. Ну и 25 пэтов на 500 плюс. Короче, задания мне на самом деле попались достаточно-таки сложные. Не знаю, как по мне, это достаточно-таки сложное задание, потому что нужно просто стоять в АФК. Ну, да, не то, что сложно, просто очень долго на это потратится времени. Опять же, нужно просто стоять в АФК. Я на самом деле это не очень люблю. Я люблю играть в игры, когда ты там активнее, что-то бегаешь, что-то там делаешь, что-то. Ну, какое-то, чтобы интересно было. А просто стоять в АФК — это такое себе. Ну, сейчас я не знаю, мне придется, наверное, часов 5 стоять в АФК, чтобы выбить вот этих всех пэтов. Потому что удача у меня, если честно, что-то пропала после того, как я выбил пэта за 175 тысяч. Вот просто у меня было 1000 роллов, я выбил пэта на 175 тысяч, и все, и у меня вся удача просто куда-то пропала. Вот так вот. Также у нас здесь есть почта, есть индекс, также есть, можно здесь купить поушены, можно купить здесь зельки, точнее скрафтить их. Кстати, насчет зелек, чтобы их активировать, нажимаю снизу пэты. Вот у тебя все твои питомцы, сколько их у тебя есть, там 96, 86 хамстеров у меня,
35 базовых котов. Кстати, это на самом деле очень интересно. Видишь, сейчас базовые коты и базовые собаки вообще не выпадают. То есть чаще всего выпадают вот эти вот, там свиньи всякие, белки и так далее. Вот, базовые коты и собаки уже очень редко выпадают. Вот, что у нас здесь находится? Здесь у нас, в принципе, ничего такого интересного. Окей, нажимаешь items, и вот все твои предметы, дружище, все твои предметы, которые у тебя есть. Давайте активируем вот эти golden зелья. Давай просто все активируем, вот так вот. Все зелья под... Ой-ой-ой-ой! О, 28 тысяч выпало, окей. Неплохо, неплохо. Просто видите, активировал зельку, и все, сразу же 28 тысяч выпало. Так, я не все зелья активировал. Давай, иди-ка сюда. Давай, вот это тоже. Я не знаю, какой толк, но я все равно вот это все активирую. Вот так вот, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, и даже Rainbow Fruit съем. Rainbow Fruit, это у нас радужный фрукт. Это самое-самое крутое. Ого, что со мной происходит, друзья? У меня какая-то ультра-аура появилась. Очуметь. Окей, давай тогда пойдем сюда и посмотрим, что у нас здесь. Смотри, здесь ты можешь создавать радужные фрукты. Это, можно так сказать, смесь всех фруктов. Вот так вот просто берешь, вот так вот все фрукты выбираешь, вот так вот, оп-оп-оп-оп-оп, и все, у меня получится 5 фруктов за 25 тысяч. Давай сделаем, почему бы и нет. 5 фруктов за 25 тысяч, это на самом деле неплохо. Вот. Ну, зато, кстати, я, походу, выполнил одно задание. Давай посмотрим. Да, я выполнил задание 9 тысяч плюс, но мне нужно выбить пэта 50 тысяч плюс. Где мне его такого найти, где мне его такого выбить? О, кстати, сейчас у меня будет еще один радужный ролл, и посмотрим, что мне прямо сейчас с него выпадет. Давайте. Так, осталось 3 ролла. Давай, 3. А ну-ка, давай я сейчас выключу, чтобы посмотреть. Опа, крутим второй ролл. Это у нас выпала пчела, которая только что выпадала. Крутим последний ролл. Это у нас пума выпала. И давайте, друзья, радужный ролл. Смотрим, что мы... Давай, huge pet! Нет, мне выпал слайм на 3500. Это на самом деле очень плохо, хотя я выполняю задание потихонечку. Первое заданечко потихонечку выполняется. Вот здесь, кстати, ваши пэты могут отыскивать клад. Тут видишь, опа, я отыскал клад, и мне дали мешочек, которым 37 тысяч. Вот, про что я еще тебе не рассказал. Здесь еще есть тренинг плаза. Тренинг плаза — это все очень круто, очень интересно, но в нее я заходить сейчас не буду, потому что там самая стандартная плаза, как и во всех играх от разработчиков Big Games. Вот. То есть я бы не сказал, что там есть что-то интересное. Здесь у нас находятся вот такие вот арты, как во всех играх разработчиков Big Games. Также я здесь хочу найти некоторые секретики, друзья, некоторые такие интересные моментики, и я даже знаю, где их найти. Поэтому, дружище, если хочешь видеоролик со всеми секретами, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал и напиши об этом в комментариях. Что же, ну а с тобой был я, Влад. Всем удачки и всем пока-пока. Еще встретимся.